Назовите свою фамилию, имя, отчество. Тимошенко Александр Иванович, 10 января 1954 года рождения. Зарегистрированы где? Москва, Кривоколенный переулок, дом 8, дробь 1, квартира 6. Фактически проживаете фактически где? Фактически проживаю в Одинцовском районе, деревня Маслово, дом 60. Когда вы были осуждены последний раз? Каким судом и какой был вынесен приговор? Одинцовским судом уже осужден в июле месяце прошедшего года. 2013? Да, 2012 года. Я был осужден к 3 годам условно. Условно? Да. Есть какие условия, которые вы должны исполнять в результате вот этого условного осуждения? Да. Какие? Я должен проживать по месту регистрации. Я не имею права... Назовите место регистрации, по какому вы должны проживать. Маслова, дом 60. Это регистрация ваша? Да, да. Вы же, говорите, на Кривоколенном зарегистрированы. Я прописан, так зарегистрирован вот здесь. Понятно. Я должен, если меня регистрация поставить в известность работников ГУИНа, или как я называю, ГУИНа. ГУИНа. Я не имею права выезжать за границу. Я не имею права долго отсутствовать, поставив в известность курирующий меня ГУИНовского инспектора. А также совершать правонарушения административные и преступления. Да. Правильно. Вы относитесь к лицу категории вор в законе, так называемые воры? Нет, я не отношусь ни к категории никаких воров. Вы не являетесь вором? Я не являюсь вором. Вы были вором? Я никогда не был вором, вором не являюсь. На воровских сходках вы присутствовали? Вы Нет. подписывали прогоны воровские? Нет. Вы отказываетесь от воровского? Я не являюсь вором. И вором никогда не был. А лидером уголовно-преступной среды являетесь? Нет. Не являетесь? Я являюсь пенсионером и инвалидом. И больше никем. Так, Александр Иванович, значит, вас задержали во сколько и где? Меня задержали... времени не помню, сколько было времени там. Это примерно. Вы к какому час, времени час, ехали? Час назад. Час назад. Может. Сейчас 23:15. Ну, где-то вот часов 10. Часов 10. При входе в ресторан «Соло». Соло. Вы с какой целью туда приехали? Я приехал поздравить именинника. Именинника. А кто именинник? Медяник, певец такой, Слава Медяник. Слава Медяник. Да. При вас есть запрещенные к обороту вещества и предметы? Ну, при мне есть пистолет. Не надо, не надо ничего показывать. У вас есть запрещенные? Нет, ну, у меня есть разрешение. Запрещенного нету? Нет, нет. Значит, сейчас будут приглашены понятые, в присутствии которых будет произведен ваш личный досмотр. Вам это понятно, да? Да.